И ніколи тебе ніхто не згадає, що у тебе дівчина була. Давай обнімемось. Так, дякую. Дети хорошо. Дети еще лучше. Сволочи, нелюди, подонки, наркоманы. А ух и рожи у них. Маров, мы за твою писю. Поехали. Сейчас мы проведем игру. Она называется «Хуйная восьмерка». Суть такова. Мы подготовили 8 фраз. По 3 персонажа на каждую. Задача угадать, кому из них они принадлежат. Мы играем на желание. Как говорит Алис, кто кого поборет, тот того поборет. Ну-ка, скрывай штаны! Сейчас, разбежал! Скрывай, говорю! Итак, первая фразочка. Горох – это всегда небольшая доза. Елена Малышева, киевстонер Альберт, мой любимчик, и пацан с района. Ух и рожи у них на пердеж и на наркоманию, конечно, все указывают на киевстонера. И мне кажется, что это твое ухищрение. Я думаю... Ты умеешь думать, да. Давай. Зависла. Что-то мне подсказывает, что это этот тюпиля. Хорошо, давай посмотрим. Горошек салата – это всегда небольшая доза. Маш, берите ложку. С удовольствием. И пробуем наш потрясающий горох. Сейчас. 1-0. Надо вообще-то радоваться как-то за меня, нет? Короче. Я просто должна сидеть и смотреть на тебя из-под лоби. Ты все шаришь. Порция адреналина от фанатки Децела. Меня зовут Алина. А это Айлис. Мы забыли представиться. Всем похер. Всем похер. Фраза звучит так. Потому что нам похуй. Абсолютно похуй. Мы не ходим на выборы, потому что в это не верим. Прямо она так и звучит, потому что нам похуй. Да. Абсолютно похуй. И долго это будет? 4 часа. Мать твою! Да. Это гимн какой-то. Вон, а кто это? Придумал. Я знаю, это Михалков, это Собчак, а вот это кто? Молодая Лолита. И флаг ЛГБТ у нее. Розовый единорог. Ну вот смотри, Михалков, он так не говорит. Ну конечно. Нет, я смотрела его интервью. Это если бы он кого-то цитировал, я могу в принципе поверить, что он мог так сказать. Собчак может такое говорить, но мне не все равно. Но я остановлюсь на Валенсии. Она была помоложе, подрайвовее, она могла выражаться. Она и... Слово «не воробей» вылетит, знаешь ли. ЛГБТшники не ходят на выборы, потому что они верят в них и им вообще похуй. Включай видео. Потому что нам похуй. Абсолютно похуй. Мы не ходим на выборы, потому что мы в это не верим. Вола, я люблю тебя. Ты так говоришь, Айлис, знаешь, меня аж накаляет. Ты не просто говоришь... Айлис. Айлис. Как будто ты сейчас труганешь. Айлис. Хорошим артистом быть сложнее, чем дерьмом. Кто бы это мог сказать? Айлис, Дурнев или группа Огонь? Я думаю, что это Лёша. Какой Лёша? Мы про Лёшу Дурнева. Кстати, об алкоголе. Надо бахнуть. Ой, нет. Надо бахнуть, да? Нет, ни в коем случае. Чай. Ну не пил я! Чай у меня тоже есть. Я думаю, что это Дурнев. Почему, блин, не Алис? Я так считаю. Никто обо мне не вспоминает. Не знаю, бабушка сегодня тебе звонила. Ну вот только бабуля. Давайте посмотрим. Быть хорошим человеком и хорошим, положительным, каким-то адекватным, интересным артистом сложнее, чем быть дерьмом. Секундочку, фраза звучала не так. И я потеряла ниточку Антона. Леночка, это главное, больше не теряй ниточку Антона. Я? Никогда больше не потеряю ниточку. Никогда больше. Антон. Она не потеряет. Антон. Не поте. Теряю. 3-0, в мою пользу, 3-0. Не-не-не-не-не, 2-0. Поговорим потом. Фраза звучит так. Я больше не могу. Я уже охуела.
Кузеева, Рената Литвинова или Настюшка Опасность. Да, Алис ведет расследование. Я знаю все про всех. Про меня никто ничего не знает, но я знаю все. Гузеева может такое сказать. Может, Рената там... Литвинова более достойные слова подбирает. Тихо, зайка. Так вот, я считаю, что это Настюшка Опасность. Она уже хуела, она не может. А у Бузова это пистолетики, а у Настюшки козырь. Это вообще-то Л, любовь. А, Л. Любовь именно вот так и показывается. Любовь. Любовь. Посмотрим. Короче, это Настюшка Опасность. Go. Я больше не плаку. Я уже охуела. О, боже. Блин, я не ожидала, Ренат, ты меня подвела. Под монастырь. Ты просто персик. Я люблю все, все твои маты. Какой конченый смех. Выражение. Я пися. Королева. Оля Полякова, Ид Галич или Маруф. Вообще Оля Полякова могла бы быть писей королевой в нашей стране. Она могла бы себя так назвать. Да. А у нее там, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, ноги от той самой Ида Галич. Ида Галич могла так могла. Сказать. Мое чутье говорит мне, что это Маруф. Я то слышала. Есть ты считаешь реально, что Маруф пися королева? Ну, посмотри на ее лицо здесь. Ну, мне принцесска, кажется, что... я бы сказала. Но... Я бы сказала, что здесь она пися прям. Прости, Маруф. Я просто подобрала такую фотографию неудачную. Короче, кто? Говори. Ну, Маруф, я сказала Маруф. Посмотрим. У нас сейчас такие клички в коллективе, приколы. У меня написано пися. Главное, пися королева. У Катюхи... Пиздатая азиатка. Все, ладно, это не эфир. У Маруф там что-то с письками, что-то, ну, ее... Думаешь, проблема? Ну, проблема, может, это и не проблема вовсе, но с письками что-то у нее там, с писями у нее что-то с писями, Маруф. Маруф, мы за твою писю. Ты у меня скрипит стул. Это не только, когда я смеюсь. Это скрипит не стул, а твоя старость. К сожалению. Фраза звучит так. Быстро возьмите эту дуру и выкиньте из зала. Здесь Филипп Киркоров, здесь Жириновский, и здесь какой-то чувак, которого вообще не знаю, кто это. Блин, ну как это же наш Ляшко. Короче, Жириновский 100% может это сказать. Посмотри, он даже показывает пальцем на нее. Он даже показывает на нее. Ляшко, у него странное выражение лица. Чуть в себя немного. Вот реально, знаешь, это невербальные такие вещи, которые ты делаешь. Типа вот, что вот они все тычут пальцем, а вот тот, кто это сказал, он реально не тыкал пальцем. Я думаю, что это Бедросович. Ну, это мог сказать кто угодно, Ляшка я вообще не знаю. Так махнула на него, блин, наверное, так нельзя. Внимательно, слушаем. Я проигрываю, это мне не нравится. Где охрана? Где охрана, ты дурки? Где моя охрана? Быстро возьмите эту дуру и выкиньте из зала. Где моя охрана? Быстро возьмите эту дуру. И будет опять рожать нефть. Но... Вот после этой фразы... Пусто. Что такое? Что такое? Ну, что такое? Что такое? Что такое? Мне кажется, я вообще в этом видосе такая симпатичная буду. А если я... где-то себе не понравилось, можно мне огромный вот такой смайлик налепить на морду? Я могу тебе скачать краснозадую макаку. Мне кажется, даже она будет спрашивать. Блин, ну последняя фраза такая очевидная вообще, и все знают, кто это. Ну, давай, может, я тебе поддамся. Мы на вас возлагали большие надежды, но вы, когда пришли, ничего не изменилось. Владимир Зеленский, Юрий Дудь или просто Сергей из народа. Я не буду тебе ничего говорить, потому что ты сейчас выиграешь все. Блин, Дудь. Я думаю, что ты Зеленский, но я тебе подамся и скажу, что это Дудь. А если это Дудь сказал? Значит, будем тебе вдувать. Мы на вас возлагали большие надежды. Но мы когда пришли, мы поняли, что ничего не поменялось. Блять. 4-3. В чью пользу? Мою. Еще не вечер. Ну, погоди.
Еще не вечер. Еще не ясно ничего. Блин, неужели она пишет? Ой, это яблочко. Я надеюсь, мы это выдержим. Итак, последняя фразочка. Сволочи, нелюди, подонки, наркоманы. Точно Жириновский. Вот это подонки, это от Жириновского. Смотри, наркоманы, это вот от этой бабули. И вот так вот это... погоняет колбасой вот этой. Что это, стропон? Блин. Ну, я бы на твоем месте так не выражала. С рыжей бородой парень ничего не кричит. Он мог бы так сказать про людей с нетрадиционной ориентацией, но мне бы не хотелось, чтобы было это правда. И, короче, ты считаешь, что это Жириновский? Я считаю, что да. Потому что они сволочи! Почему? Нелюди! Почему? Подонки! Почему? Наркоманы! Почему? Кольцо! Золотое кольцо! Неудачная шутка еще и зацепилась. Да, и еще и скрипишь, как потертое седло. Зато и красиво. В общем, у нас 4-4. Непонятно, кто победил. Давай решим это. Серьезно, по-пацански. Да короче. Что, погнали? Ты уже знаешь? Давай, или... давай. Так, да господи. Представь себе. Ты меня бесишь. Папу, Ефа. Давай три раза. Давай. Через секунду вы увидите, как Алис будет исполнять мое наказание. Какое наказание это? Ну, я сейчас придумаю тебе наказание, и ты будешь исполнять. Ты придумала его уже? Нет еще. Так говори. Я подумаю над этим. Я вовке. С вами была охуительная восьмерка. Ставьте факи вверх. И там колокольчики всякие. И подписывайтесь. Йо. Уже, извините. Пол первого. Пойдем что-то пожрать. Пойдем. Ух ты, жопа, тебе что-то вступило. Да там не видно ничего. Дальше, еще дальше. Алин, да заткнись, господи, да я хочу просто ебать быть. Можно? Да нельзя.